Как жители Севастополя участвуют в доработке генплана? Обсуждение проекта генплана прошло в муниципальных округах. Главные принципы проведения публичных слушаний – информация прозрачна и доступна для людей. Во время слушаний свои предложения к проекту генерального плана Севастополя внесли почти 3400 горожан. Жители стали полноправными соавторами документа. Всего внесено 9500 поправок в проект. Для эффективной работы с замечаниями граждан в правительстве создали экспертный совет архитекторов и градостроителей, согласительную комиссию по внесению изменений в генеральный план Севастополя. За время демонстрации генплана на различных площадках с проектом ознакомились 137 тысяч жителей. В согласительную комиссию вошли представители профильных департаментов правительства, а также депутаты законодательного собрания города. Работа над генпланом продолжится до тех пор, пока все поправки горожан не будут рассмотрены. Такая система работы позволит создать один из лучших в стране проектов генплана. Ознакомиться с документом можно прямо сейчас на сайте sefarchitektura.rf. Теперь вы знаете ответ на вопрос, как жители Севастополя участвуют в доработке генплана.